Уже больше 50 тысяч. Министерство здравоохранения Беларуси ежедневно обновляет статистику по коронавирусу. На данный момент пик заболевания в стране уже пройден, но тем не менее в республике ежедневно фиксируют сотни новых случаев COVID-19. Согласно данным, на 9 июня в Беларуси зафиксировано 50 265 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост за последние сутки составил 812 случаев. Выздоровели и выписаны 24 506 пациентов. За весь период распространения инфекции умерли 282 человека. Всего с начала пандемии в Беларуси было проведено более 640 тысяч тестов.